Одним из самых ярких событий на этой неделе в культурной жизни Ульяновска стала презентация уникального издания «Улица Гончарова», подготовленного и представленного Государственным архивом Ульяновской области. Книга посвящена истории главной магистрали Симбирска-Ульяновска «Улицы Гончарова» с конца 18 века до наших дней. В научно-популярных очерках рассказывается о существующих и утраченных зданиях и памятниках, а также людях, оставивших след в судьбе улицы. 230-страничная книга делится на части, так же, как и сама улица Гончарова, пересекающими ее улицами. Разделы так и озаглавлены, например, от улицы Льва Толстого до улицы Ленина. Также в книге рассказывается, как улица получила свое нынешнее название. До конца 18 века улица, оказывается, вообще не имела названия. А с 1800 года за ней закрепилось имя «Большая Саратовская». В 1912 году Симбирская городская дума к столетию со дня рождения Ивана Александровича Гончарова увековечила имя великого земляка, назвав главную магистраль города Гончаровской. Но революция расставила свои приоритеты. В 1918 году Гончаровская улица получила имя Карла Маркса. С именем основоположника научного коммунизма она просуществовала до 6 декабря 1940 года. Горисполком тогда в целях увековечения памяти Ивана Александровича Гончарова принял решение улицу Карла Маркса переименовать с 1 января 1941 года в старое название «Улица Гончарова». Читая книгу, можно испытать гордость за жемчужины архитектуры и ощутить горечь от утрат исторических памятников, узнать имена архитекторов, создавших неповторимый облик улицы, и ностальгировать по улице своей молодости. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Книгу можно теперь найти в центральных библиотеках города, которые получили ее в качестве подарка во время презентации. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.